Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анатолий Длуцкий. Предлагаем вашему вниманию бард-парад, в который вошли лучшие песни участников программы «Под их струн». Напоминаю, сразу после выхода программы с воскресенья по среду вы сможете проголосовать на сайте www.3belarus.by за исполнителей песни, которые вам понравились. А теперь подведем итоги голосования. Пиши, если можешь, умеешь, молчи, закладывай сад, обжигай кирпичи, и всякую тварь, безыскусно любя, смирись, призывает эта исполнительница. Она уверена, что жанр бардовской песни не воспринимается широкой публикой, так как над глубокомысленным текстом нужно думать. Она пишет искренние, интеллектуальные песни о том, что волнует душу. Поэтесса, музыкант, координатор проекта «Своя среда» Ольга Залесская «Птицы рая». Птицы моего рая к осени улетают. Комнату прибираю, сил моих не хватает. Сяду, смотрю в оконце, птицы моего рая, выпочканное солнце, встану и постираю. Сяду, смотрю в оконце, птицы моего рая, выпочканное солнце, встану и постираю. Путь моих птиц далече, пенится ночь бушуя. Станет ли жить мне легче, если птиц удержу я? Птицы моего рая, чуточку погодите, я вам спою, сыграю все, чего вы хотите. Птицы моего рая, чуточку погодите, я вам спою, сыграю все, чего вы хотите. Райские ли вы птицы, птицы моего рая? Нам уж пора проститься, а я почти умираю. Как же я без их крыльев? Как же я без их света? Только вчера были, и вот уже нет. Эта участница бард-парада начала писать песни во время учебы на географическом факультете. Тогда было много походов в горы и песен у костра под гитару. Потом был перерыв в творчестве, связанный с рождением троих детей. А сейчас Татьяна Добровольская продолжает писать авторские песни. Любил меня лесную, безымянную любил, незнакомую, простую, и с крылами, и без крыл. Не забудь свою гитару и оставь свои ключи. Иногда я прилетаю, ты попробуй приручи. Да, я дикая, дикая птица, вольная, гордая, горная, непокорная, ветром свободная, белая птица. И мне страшно бывает, и странно бывает, и больно бывает, когда в лед убивают, когда скалы я вдруг задеваю крылом своим. Научи меня попробуй из ладонь воду пить,
Я могу, ведь я умею и любить, и не любить. Если хочешь, постараюсь твоим воздухом дышать. С моря и за рассветы без тебя не улетать. Да, я дикая, дикая птица, вольная, гордая, горная, непокорная, ветром свободная, белая птица. И мне страшно, бывает и странно, бывает и больно, бывает, когда в лед убивают, когда скалы я вдруг задеваю крылом своим. Отпустила притяжение, улетел вороньем. Стихло в улицах движение, все похоже на вранье. Остро чувствую я кожей, как скрипит стальная дверь. Улетела, как хотела, поздно в клетку мне теперь. Да, я дикая, дикая птица, вольная, гордая, горная, непокорная, ветра свободная, белая птица. И мне страшно, бывает и странно, бывает и больно, бывает, когда в лед убивают, когда скалы я вдруг задеваю крылом своим. И мне страшно, бывает и странно, бывает и больно, бывает, когда в лед убивают, когда скалы я вдруг задеваю крылом своим. Переплетение жизни и искусства, новый наивный стиль. Так отзываются музыкальные критики о творчестве следующей исполнительницы. Она пишет городские романсы в романтическо-ироническом стиле. Елена Казанцева с песней «Алешенька». Тоскую одна, одинёшенька, догорают в окне небеса. На извозчике едет Алёшенька, у него голубые глаза. На извозчике едет Алёшенька, неизвестно куда и зачем. Я тоскую одна, одинёшенька, даже белого хлеба не ем. А извозчик в тулупе и в валенках погоняет лихого коня. Я любила и старых, и маленьких, но никто не полюбит меня. Я тоскую одна, одинёшенька, догорают в окне небеса. На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза. На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза. Меня не терзает ответом, откуда мне знать, у кого мне спросить, что можно всю жизнь называться поэтом, при этом поэтом не быть. Для этого исполнителя главное в песне смысл, который несет текст, а дополняет мелодия. Поэтому его творчество волнует любую зрительскую аудиторию. Поэт и композитор Александр Баль с песней «Научи меня любить». Научи меня любить, от бескрайности пьянея. Я учение стерплю, если можно, научи. Научи меня любить, ненавидеть я умею, оттого ты и умолю.
научи меня любить, научи меня любить. Даже если будет сложно, даже если я, увы, неспособный ученик, научи меня любить. Я сумею жить, возможно, не стыдясь своей любви, той, к которой не привык. Научи меня любить не для пылкого сюжета, ни на час, ни для молвы, а взаправду на века. Научи меня любить, даже если без ответа, я согласен жить в любви, неизведанный пока. Научи меня любить, даже если без ответа, я согласен жить в любви, неизведанный пока. Если без ответа, я согласен жить в любви, неизведанной пока. Научи меня любить. Участница бард-парада пишет авторские песни 16 лет. Она выступает в театре «Эскиз» и много путешествует. Всему радуется и решает жизненные задачи максимально хорошо. Поэт и композитор Мила Скорнякова с песней «Давай поколдуем». Давай поколдуем с твоей бедой. Душа болит, значит, сердце бьется. Только в конце уготован покой. Давай же, вставай и выше. Thank you.
Это исполнительница, известный человек в творческой среде Витебска. Она самостоятельно научилась играть на гитаре. И теперь принимает активное участие в конкурсах и фестивалях авторской песни в России, Беларуси, Латвии и Эстонии. Руководитель Витебского театра авторской песни «Аккорд» Олеся Медведева. Песни пишу, сейчас учусь складывать их из осколков быта. Все сломано, внутри жмусь, в тебе тоже снега разлиты. Зима нагрянула как-то вдруг, в словах ни одного просвета. И только маятник чертит круг, приближая шальное лето. Выдохнуть свет, научиться петь, перелистать всю историю мира. Стрелки, грани совсем стереть, не создавая себе кумира. Выдохнуть свет, зима, выдохнуть. Зима нагрянула как-то вдруг, засобирали чемоданы. Вслед за тобою, мой милый друг, на станции белой вагоны, составы весело скрипки играют вальс. Прошлое, не задевая звонками, что-то навеки осталось в нас. Зима, все, что случилось с нами. Свет, научиться петь, перелистать всю историю мира. Стрелки, грани совсем стереть, не создавая себе кумира. Выдохнуть свет, зима, выдохнуть. Этот участник бард-парада из Бреста пришел в авторскую песню по случайности. Начинал с того, что руководил Виа Берестяне. Ансамбль исполнял популярную музыку. Но после нескольких неудачных выступлений на конкурсах коллектив распался. А Тарас Юркевич вскоре повредил пальцы руки и 12 лет не мог без боли перебирать струны. Постепенно способность играть на гитаре вернулась. И сейчас в его исполнении прозвучит бардовская лирическая песня. Мой город исписан, как старый блокнот, тонким черным дождем. Прощайте, я выброшу ключ у ворот, это теперь ваш дом. Нам время прощаться и бремя дорог, бремя моей судьбы. Присяду на пару минут на порог, в рюкзак упакую мечты. Присяду на пару минут на порог, в рюкзак упакую мечты.
И буду идти я по мокрой земле и осень нести в душе. И будут все чаще меня к зиме кормить или гнать за шеи. А песни, которые вам спою, сложу из вчерашних слов. Для слов этих ноты подарит мне дорожная пыль веков. Да-да-да-да-да-да-да. Для слов этих ноты подарит мне дорожная пыль веков. Но скоро вернусь я в покинутый дом, не в силах продолжить путь. Его оставлю я на потом, пройду когда-нибудь. Я чай заварю и сяду ждать того, кто ко мне придет. Я вспомню дорогу, встречи на ней, и новый возьму блокнот. Я вспомню дорогу, встречи на ней, и новый возьму блокнот. Вспомню дорогу, встречи на ней, новый блокнот. Этот участник бард-парады с Барановичи по профессии школьный учитель. Он играет на гитаре с детства, но в авторскую песню пришел 8 лет назад. Тогда же начал выступать в народном клубе авторской песни «Ваганты». Валерий Говорков со своей старой песней, написанной совместно с Александром Перовым. Почему мы поем у костров только самые старые песни? Почему не касается плесень этих вечных бесхитростных слов? То ли жаждет бродяжья душа прикоснуться к минувшим дорогам, то ли нам в единении строгом с теми песнями легче дышать. Почему мы поем у костров песни бардов, которых уж нет, и, подставив лицо свое ветру, понимаем друг друга без слов. Может, просто устала душа по беседам заумным скитаться, и, наверное, хочется, братцы, разобраться во всем не спеша. И только бы нам небо звездного пополам с песнями птиц и людей, бескорыстных идей, верности лебедей. И дай Бог увидеть детей, тех, что будут у наших детей. Почему, как солдату шинель, нам дороже аккорды простые, и не тянет к высокому стилю в предрассветной седой тишине? Может, в этой дали земной, где часы до рассвета короче, позабыв про бессонные ночи, мы становимся сами собой. И только бы нам небо звездного пополам с песнями птиц и людей, бескорыстных идей, верности лебедей. И дай Бог увидеть детей, тех, что будут у наших детей. С
Следующий участник бард-парады с Барановичей – бывший военный летчик. Сейчас продолжает работать в военной авиации. Автор-исполнитель Александр Мурычин с песней «Пирога». Слова и музыка Анатолия Киреева. Плывут немые облака, светла дорога, по ним прозрачно и легко скользит пирога, скользит пирога над рекой в лучах рассвета, и мальчик спит в пироге той, похож на лето. Он спит, не ведая, куда несет течение, и жизнь ни радость, ни беда, а приключение. Рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачна и светла, и слава Богу. Рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачна и светла, и слава Богу. Сольется синяя река с рекой познаний, и образуется река воспоминаний, и покачнется тяжело его пирога, и он возьмется за весло, и слава Богу. Он поплывет через моря и океаны, и он увидит, как горят сердца и страны, ночей и будней штормовых случится много, и он останется в живых, и слава Богу. Пирога по небу парит, седую просень. В пироге той сидит старик, похож на осень. Рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачна и светла, и слава Богу. Рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачна и светла, и слава Богу. Мне свойственен перфекционизм, то есть стремление к идеальному результату, признается исполнитель из Гомеля, который не терпит непрофессионализма в искусстве. Он выступает на концертах, делает аранжировки, учит играть на гитаре и руководит клубом авторской песни. Вячеслав Климович с песней, посвященной любимой жене. По январскому ковру снега ветер несет грусть. Где-то там на рубеже века я тебя не знал. Пусть в моей мечте там где-то вздумалось меня ждать. Но случилось в нас то лето, чтобы мы могли знать то, что в нашей жизни все случится в самый подходящий срок. Запоздалый поезд мчится, мчится на восток, на восток. За окном мелькают полустанки, заметает путь пурга. Ну а ты еще не знаешь, как мне дорога
дорога. Если б я тебя знал раньше, сколько б не пришлось нам пережить обид, бед, фальши. Только Бог решил сам, сам решил и сам все взвесив, время повернул вспять, подарил мне эту вот песню. Что еще с меня взять? Знаю я, тебе сейчас не спится, ну а мне во всей красе за окном рассветным серебрится Енисей, Енисей. Знаю я, тебе сейчас не спится, ну а мне во всей красе за окном рассветным серебрится Енисей, и Енисей. Следующий участник бар-парада не считает себя композитором и поэтом, потому что его песни рождаются стихийно. Свою первую гитару он купил в 17 лет и самостоятельно научился играть. Руководитель Республиканского театра белорусской драматургии, автор-исполнитель Владимир Карачевский с авторской песней, посвященной жене. Поговорим о любви. Беру любовь на ладонь и отдам тебе, моя хорошая, ты не бойся ее, сердцем тронь, и отдам тебе, моя хорошая, ты не бойся ее. Сердцем тронь, тихим вечером, ветерком листве, песню нежную пропою, и услышишь ты в той мелодии лишь слова «Я люблю, я люблю». И услышишь ты в той мелодии лишь слова «Я люблю, я люблю». И в ненастный день звонким дождиком постучу, ты двери открой, я ворвусь к тебе яркой радугой. А ты скажешь «Привет, мой родной!» Я ворвусь к тебе яркой радугой. А ты скажешь «Привет, мой родной!» И в ночи сорвусь я звездой с небес, чтобы путь к тебе осветить. Я найду тебя, где бы ни была, и смогу этот мир подарить. Я найду тебя, где бы ни была, и смогу этот мир подарить. Новый участник бар-парада работает программистом. В то же время играет в разных музыкальных коллективах. Переводит на белорусский язык и исполняет ирландские песни. Сейчас прозвучит популярная в англоязычном мире песня ирландского барда Брайана Уорфилда в переложении Олеси Чумакова «Два кургана».
кажуть, действие у моей сторожитной земли. Два старых курганы у землю уросли, вояры у росе, там полегли усе, не было перемоги у битве. Мне гусляр спевал, что на курганах бель пролескавы руты пякучи пах. Великий и малый, два курганы, и неизменная должится битва. Под землею зневоленные бояры, оборонцы, великие князства у старых, у тишини ночной уступают у бой, и неизменная должится битва. Мне гусляр казал, что на курганах бачил, як бессмертные бьются у ночах. Великий и малый, два курганы, и неизменная должится битва. После битвы вещун им проказывал старый, успокой не быть, аж покуль вояры не покаются, ты з'яднаются на сапраўднага лютага ворога. Мне гусляр спяваў, что на курганах бель пролескаў и руты пякучы пах. Великий и малый, два курганы, и неизменная должится битва. Великий и малый, два курганы, и неизменная должится битва. И это все на сегодня, дорогие друзья. Заходите на наш сайт www.3belarus.by. Голосуйте с воскресенья по среду за исполнителей и песни, которые вам понравились. Встретимся через неделю. Это была программа «Бард-парад» и я, Анатолий Тлуцкий.